В большинстве своем любят музыку за то, что она пробуждает в них эмоции, вроде радости, печали, умиротворенности, навевает им красивые видения, уносит в мечты, служит средством для бегства от реальности. Она необходима людям в качестве наркотика или развлечения. Но если бы это было единственным применением музыки, она бы недорого стоила. Когда мы научимся любить музыку не как средство, а само по себе, наша способность понимать и наслаждаться ей возрастет многократно. И только в этом случае мы осознаем ее внутреннюю ценность. Игорь Федорович Стравинский. Лучше сочинить музыку, чем исполнить ее. Лучше исполнить, нежели прослушать. Лучше прослушать, чем неправильно употребить ее в качестве развлечения. Медленно у нас появляется ощущение, что мы заходим в никуда. Из лекции о ничто. Это приятно, и это будет продолжаться. Если вас что-то раздражает, вы не получаете удовольствия. Но неожиданно само раздражение становится приятным, и оно все меньше беспокоит вас. Изначально мы находились нигде, а сейчас в спокойствии медленно возвращаемся туда. Thank you.
потому что происходящее одновременно с нами в этот самый момент. А теперь в этот момент. Момент постоянно меняется. Что молчу, то говорю. Как нам определить современную музыку, если в данный момент вместо нее самой мы слушаем какую-то лекцию о ней? В такой ситуации каждый думает о своем, задействует свой личный опыт. И у каждого он особенный. И опыт постоянно меняется. Так что пока мы думаем, пока я говорю, современная музыка продолжает меняться. Как и жизнь. Если бы она не менялась, она была бы мертва. И для некоторых она иной раз действительно мертва. Это однозначно.